Отборочный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России-2016» прошел на базе Крымского федерального университета имени Владимира Ивановича Вернадского. То, что заключительный региональный этап конкурса «Учитель года 2016» проходит в стенах Крымского федерального университета, наверное, не случайно. Потому что Крымский федеральный университет – это главная кузница кадров, в том числе и кадров педагогических, для всей Республики Крым. В очном раунде под названием «Круглый стол образовательных политиков» приняло участие 5 финалистов из разных уголков Крыма. Но учитель сегодня – это не просто урок. Это человек, который всесторонне развит. Это прежде всего личность, это возможности и умение общаться. Поэтому сегодня мы учителей посмотрим в нетрадиционной для них обстановке, не на уроке, за круглым столом. Попробуем пообщаться на темы, которые не касаются предмета, а прежде всего как личности человека. Поэтому наша задача, чтобы вот эти учителя принесли в свои школы, в свои муниципальные образования все самое новое, но что самое главное, интересное. Первое испытание – так называемый педагогический совет. Здесь участники в ходе жаркой дискуссии отвечали на поставленные ведущим вопросы. Сегодня мы завершаем крымский этап конкурса «Учитель года». Мы завершаем его нестандартно. Еще в прошлом году была опробована такая новая, на мой взгляд, интересная такая формула, по которой участники, уже, собственно, финалисты конкурса вместе с руководителями образовательной сферы республики обсуждают, ну, наверное, самые злободневные вопросы, которые сегодня волнуют отрасль образования. Еще в двух заданиях мастер-класс и образовательный проект конкурсанты смогли показать свои лидерские качества, преподавательский опыт и высказать свое видение конструктивных решений на существующие проблемы в сфере образования. Победитель республиканского конкурса «Учитель года» будет представлять Республику Крым в заключительном этапе уже Всероссийского конкурса «Учитель года России-2016».